Национальные ценности и традиции нужно чтить и соблюдать. Такого мнения придерживаются члены республиканского общественного объединения «Казака Налары Дастургежол». Его создали 1,5 года назад. Теперь филиал объединения будет работать в нашем регионе. «Казах Аналары Дастургежол» – очень масштабный и важный, на мой взгляд, проект. В нем есть все, о чем следует помнить современному обществу. Забота о родных, нравственное воспитание детей, сохранение традиций, поддержка ремесленников. Их в Казахстане очень много. Общественное объединение «Казака Налары Дастургежол» представлено во всех регионах страны. В него входят около 12 тысяч человек самых разных возрастов. С момента открытия нашего объединения к нам все чаще приходят юные девушки. Их не привели знакомые или родственники, они приняли самостоятельное решение и пополнили ряды нашего объединения. Девушки очень идейные, многие умеют шить. Готовые изделия они продают и обеспечивают себя. На встрече выбрали председателя регионального филиала. Мейрамгуль Адахкызы рада, что ей выпала возможность стать частью молодого, но важного общественного объединения. Наш филиал считает своим долгом передать молодому поколению знания и опыт, а еще традиции и обычаи казахского народа. Сегодняшняя встреча стала очень запоминающейся. В Северо-Казахстанской области филиал объединения пополнили более 200 человек. Дарья Пашменцева, Самал Жунусова, Александр Янцен, МТРК.